Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 10-го каталога Фаберлик. Я оставлю вам подробные отзывы на новинки после продолжительного тестирования. Итак, поехали. В этом каталоге много очень новинок, и не все из них бюджетные, далеко не все. Начнем с парфюма для стирки. Я брала желтенький. Хочу потом взять, посмотрю, сколько будет стоить по VIP-программе зелененький. Но суть здесь у нас с вами в чем? Я его пробовала и так, и сяк, и через косяк, как говорится. Проводила эксперименты. Если следовать инструкции, класть на дно барабана, потом включать цикл стирки, запаха на сухом белье практически нет. Вот это, конечно, разочаровало. Когда белье мокрое, а душка яркая, с учетом того, что я всегда стираю приблизительно час. То есть программа у меня, вот я практически всегда на ней стираю час. Да? То есть недолго, недолгое полоскание, но все равно не остается аромат на сухом белье. На мокром, когда развешиваешь... Прекрасная душка, очень вкусная, очень нежная, прям цветочки, прям все супер, парфюмерный какая-то. Тут сложный аромат такой, нельзя как-то его однозначно описать. Но оно высыхает, я его складываю стопочкой, и я аромат уже не чувствую. Вот это немножечко разочаровало. Буду ли брать, еще не знаю. Потом попробовала добавлять его после стирки в барабан, включать полоскание. Он не выполаскивается. Включила повторное полоскание. После двух полосканий выполоскался, и аромат был гораздо насыщеннее, ярче, и в стопочке белье уже пахло, это чувствовалось. Вот так. Не знаю, как его еще применить, как попробовать, потому что если кладешь его по инструкции в начале стирки, то практически весь аромат, он как-то выполаскивается, уходит. Еще имейте в виду, это не кондиционер, он белье вам не смягчает. То есть, если вы будете стирать, это просто парфюм, это просто аромат. Для смягчения белья вам придется еще добавлять кондиционер. Имейте в виду, у меня вот он выходит 444 рубля со скидкой консультанта с моей 26%. Это не бюджетно, даже на 20 стирок. Если на 20 стирок, то ну, точно аромата не будет, если по инструкции. А если стирок... На 5-7 класть побольше, но опять же, он выполаскивается, он вымывается. Поэтому не знаю, нет. Лучше какой-нибудь кондиционер поярче с ароматом. По листовому порошку, девчонки, я уже говорила, мне безумно он понравился. Я заметила, что у меня он отстирывает лучше, чем наш порошок. Здесь ноль фосфатов, нет отдушки и... пластика. Нет пластика, да. То есть это очень удобно, экологично. Мощнее, вот мощнее. Сравнила, постирала светлые вещи после улицы, все в пятнах, как обычно, с детьми, да. Мне показалось, что он мощнее, концентрированнее, мощнее, поэтому сейчас беру его по VIP тоже с 70% скидкой, он выходит 300 рублей, нормально, вообще нормально. У нас будет акция «Шопинг с удовольствием». За каждую 1000 рублей мы будем получать купон на скидку 50%. Здесь будет участвовать уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия, декоратив, ароматерапия и wellness. То есть wellness — это круто, он у нас в таких акциях до этого не участвовал. Что мы с вами делаем? Ну, когда оформляем заказ по 10-му каталогу, подгоняем. То есть если мы берем, допустим, смотрите, здесь цена каталога, именно цена каталога. Не сколько вы по факту платите, а цена каталога. Вот вы смотрите, у вас там на 3800, на 3900. Можно 100-200 рублей добавить, у вас будет лишний купон, если они вам нужны, потому что часто они бывают бесполезными, но здесь у нас wellness, я думаю, в этот раз они будут пополезнее. И потом в 11-м каталоге мы с вами будем... Их применять они будут в личном кабинете, в разделе «Купоны и карты», или на втором шаге оформления заказа. И там мы будем среди предложенного ассортимента выбирать товар. Так, по гелю для глаз ICOL понравился. Вот прям понравился. Классный, знаете, такой как силикончик. Здорово разглаживает, хорошо. Здесь муцинулиточки, еще прям корея-корея. Очень хороший, достойный крем. Использую на ночь, могу прям на все лицо. Мне понравился. Такой же крем сейчас будет в каталоге. Он у нас с вами «Ботаника», до него дойдем, расскажу. Он, конечно, полегче, но тут и цена совсем другая. Он полегче. Он прям легенький такой, новинка для глаз, да? Поэтому разница, конечно, ощутимая. Применяла и тот на ночь, и разница есть. Тот он просто такое вот легкое увлажнение «Ботаника», а ICOL помощней. Юдашкин, классно, что появился маленький у нас с вами. Я прям эту туалетную воду заценил, девчонки. Мне она не пахнет, слава богу, розой, потому что я не люблю. По 240 рублей они вышли, я еще раз взяла. Представляете, мужской и женский парфюм мне понравилось. Еще раз взяла при покупке двух, вот они у меня выходят по 244 рубля. Вообще ни о чем. Я здесь слышу цветочки и какую-то свежесть. И вот эта свежесть, она именно меня и манит. Кто-то из девчонок, для кого-то он приторный. Я не люблю сладкие ароматы, и это для меня совсем не приторный. Вот совсем, девчонки, я прям удивлена. Мне так понравилось, прям с удовольствием пользуюсь. По масочкам я вам уже рассказывала. Мне больше всего понравилось...
кафе-латте, вот это, я от нее вижу эффекты. Кстати, маски, они практически все, но не всегда. Вот, видимо, зависит от того, как очистишь кожу, они немножко пощипывают на лице, в том числе и кафе-латте. Но я думаю, что за счет именно этого пощипывания происходит сгон отеков, выравнивание тона. Очень классная маска, мне прям понравилась. Вот ее одну хочется очень сильно повторить. Девчонки, хочу следующий обзор каталога снять, как обзор каталога для новичка, потому что много людей приходит в компанию, им интересно посмотреть вообще в целом, что к чему, что лучше взять. Знаете, обзор каталога для новичка, что взять в компании, на что обратить свое внимание, как вам такой формат. Ну, про новинки, конечно, тоже буду рассказывать, но хочу вот подробно остановиться именно на хитах компании, что достойно внимания, что стоит рассмотреть там в уходе, в декоративке, в парфюме. Прям кратенько-кратенько пробежаться в бытовой химии и так далее, что стоит взять, на что обратить внимание, потому что девчонки, мне кажется, которые давно меня смотрят, им вот интересно больше всего, конечно, послушать про новинки. А те, кто только пришел в компанию, недавно меня смотрит, им, наверное, интересно послушать по все, про все. Вот этот крем я не брала, девчонки, он был доступен для заказа ВИПом, но я не пользуюсь летом тональными средствами, я его просто потом выкину. И у меня есть мой любимый кушон, который я ни на что не хочу менять. Поэтому, кто будет брать, сливается с кожей, пишет легкая, невероятная текстура. Кто будет брать или уже из VIP, кто взял, отпишитесь. Девочки, я думаю, всем будет интересно почитать отзывы, стоит он внимания или нет. У меня просто это будет лишняя трата денег, поэтому я прошла мимо него. Так, у нас с вами в этом каталоге есть хорошие цены на помадки. Сейчас мы до них дойдем, я вам расскажу про свои любимые. Вот пудровая помада Soft Nude, обожаю, девчонки. Крайне стойкий и очень комфортный на губах продукт. Присмотрите, сейчас хорошая цена за 100 с чем-то рублей со скидкой консультанта. Взять какой-нибудь ходовой оттенок, и это просто сказка. По тушам First Class так и остается у меня в любимчиках. Я еще себе взяла, а я на нее пока хоть и нет скидки. Но зато хороший балл. Коричневая. Обожаю прям вот эффект драмы от этой туши на моих ресницах. Я его обожаю. Хотя и вернулась опять к белорусской, но нет, вот нет, нет, нет. Там как-то естественно. Так, по новинке. Карандаш для ухода за кутикулой. Что могу сказать, девчонки? Мне как-то предыдущий что-то понравился побольше. Вот я сейчас обработала свою кутикулу. Фокус. Я сейчас обработала кутикулу, и все равно вот сухо. Сухо. Мне увлажнения не хватило. Вот после того предыдущего карандаша мне его хватало. Вообще я любовную любовью обожаю масло с Монардой, а его нет. Уже какой каталог? Прям вообще такое расстройство. Это просто надо было 10 тюбиков появиться, прям 10 реально возьму, потому что, ну, лучше его нет. По клею вот тут хоть нарисовали наконец-то клей нормальный. В прошлом каталоге был другой нарисован. Ох, девочки, ну не знаю, я не повторяла больше. Мне прям нет желания этот эксперимент еще раз проводить. Ну, попробую обязательно, а так. Видео я вам все рассказывала, где тестировали новинки. Это, конечно, танцы с бубнами. Все-таки клей никак не могут нормально доработать. Очень печально. По гелю для душа Мурмур, пахнет парфюмированной водой Мурмур. Очень приятный. Такая ванилька и рисочка. Не тяжелая, не приторная. Мне вообще нравится этот парфюм. Я его кому-то подарила, правда. И мне нравится этот гель для душа по шампуню, концентрированный шампунь 200+. Отвратный. Вот для меня, девчонки, просто отвратный. Зуда головы, слава богу, не вызвал. Как вся серия «Эксперт» вот это у меня вызывала раньше. Но он действительно экономичный. Он хорошо пенится. Но все равно я промыла голову только со второго раза. Хотя немножко. В одно нажатие он выдает прям чуть-чуть. Вот где-то два нажатия, два раза нормально все промылось хорошо. Но он промывает действительно хорошо волосы, как мочалка, когда моешь им голову. Вот как мочалка. У меня даже от ботаники такого не бывает. Но когда я посушила их феном, они просто утяжелились. Вот очень странный эффект, но мне вообще не подошел, не понравился. Это не значит, что не подойдет вам. Вполне возможно, что вам подойдет. Не понравился совершенно. Корни были жирные к вечеру уже. На следующий день пришлось мыть голову. Хотя я мою через день всегда. Редко, когда у меня может на следующий день от какого-то сейчас шампуня быть жирные корни. А тут вот такая песня. Короче, вообще не понравился. И укладываются как-то не очень. Нет, 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 еще раз нет. По дейзикам. Что хочу сказать. Превью. Я человек не потливый и не источаю неприятные запахи. У всех по-разному работает эндокринная система, поэтому как бы, ну, в этом ничего такого нет. У меня и запахов сильных никогда не было, и потливости никогда сильной не было. Здесь что хочу сказать. На жару запахов никаких нет, но подмышки влажные.
после дезодоранта. Я использую каждый день, каждое утро его. И в жару вот они влажные. То есть одежда мокнет, следов на одежде никаких не остается, но у меня никогда не остается. Здесь опять зависит от работы сальных желез. Все, у каждого все индивидуально. У меня никогда на одежде, ни у меня, ни у мужа, никогда ни от чего не оставалось следов там пота или дезодоранта. Подмышки всегда мокрые, вот у меня розовый такой, поэтому имейте это в виду, особенно для тех девочек, кто достаточно потливый, то есть там всегда влажно, вот у нас сейчас 25 градусов, и они мокрые. У меня и после спреев так было, к слову, да, аромат, в принципе, они, пота никакого нет, то есть они защищают от этого, но они всегда мокрые. Вот это немножко неприятный момент, не знаю, буду ли повторять, в принципе, на зиму, наверное, точно буду, а летом сейчас надо подизрасходовать свои запасики. Каждый каталог на определенную категорию молекулярных БАДов есть хорошая скидка. То есть, по-моему, даже со скидкой чуть дороже 1000 будут выходить поддержка микрофлоры кишечника и поддержка кишечника. По-моему, я вот этот сейчас допиваю. Или пробиотики допиваю. Я уже в них запуталась, девчонки. Много банок. Сейчас хочу вот поддопить и делать перерыв. Потому что уже постоянно пить, мне кажется, это не айс. Смотрите, а поддержка эндокринной системы для мужчин. Вот я сейчас мужу брала. Вообще за 700 рублей будет со скидкой консультанта. Так что вот надо следить. Какие-то БАДы бывают очень дешево. Так, а мужской репродуктивной системы. 40 плюс и до 40 тоже будут, получается, за рублей за 700 со скидкой консультанта. Ну, вообще, классная цена. Хорошо, что хотя бы иногда вот так на какие-то БАДы делают скидки. Составы у них классные. Пью, нравится, все супер, все замечательно. Прокладок новых не было для ВИПов. Но у нас здесь только новая упаковка, я так понимаю. Все остальное должно остаться как есть. Посмотрим с вами, сравним. Они будут по 166 рублей. Представляете? Надо прям набрать в запас. Мне кажется, они дешевле не были или были уже давно. Наберем в запас, тогда с вами посмотрим. В общем, сделали такую новую, красивую, лаконичную, стильную упаковку. А, паровая маска для расслабления глаз вообще супер, просто обожаю. Пробуйте обязательно. Пластырь согревающий тоже работает. Хорошая цена будет на порошки. При покупке двух 399 каждый, 333 рубля. Они у меня всегда обходятся. Практически всегда на них бывает акция, потому что, конечно, по полной цене это вообще. Вот органа, девчонки, она мощнее. А на белье звучит, нежели парфюм для стирки новый. Вот прям действительно мощнее из этой серии кондиционеры звучат гораздо ярче. Хочется еще каких-нибудь новиночек для дома. Прям вот хочется что-нибудь новенького, интересненького. Надеюсь, выпустят. Бельишко должно быть новое тоже на сайте, тогда все посмотрим. Вообще вот эти новинки, которые публикуют, вот сумка новая будет, полиэстер, полиуретан, а еще и складывается вот так. Классно, у меня есть сумка наподобие такая бирюзовая, мы с ней любим ездить на пляж, потому что там есть отсек для мокрой одежды, для мокрых полотенчиков, тоже очень удобно. На вербену ценники желтые многие девочки любят, то есть при покупке двух срабатывает акция. Морожка, она в принципе всегда по акции. Так, что хотела вам еще рассказать по пастам. Значит так, девчонки, когда мы с вами пробовали их на вкус в обзоре заказа, они обе были очень термоядерные в плане мяты, ментола даже. Что хочу сейчас сказать. При использовании, когда чистишь зубы, да, нет такого. А прополис вообще практически при использовании не выдает ментола. То есть там прям прополис на вкус, но не ядреный, нормальный такой, мягенький. А с кальцием, вот она выдает ментол, но не обжигающий. То есть когда я прям брала в рот пасту, да, было обжигающий. А когда чистишь зубы, нет, такого эффекта нет. Поэтому, в принципе, берите, пробуйте. Цена вопроса вообще ни о чем. Чувствительность эмали пока пасты не вызвали. Пользуюсь именно постоянной основе. Одна утром, другая вечером. В этом плане все хорошо. Эмаль тоже в течение дня чистая. Ничего не хочу сказать. Так что пасты классные, годные. Объем большой, цена смешная. А будет классный подарок для новичков. Это любой БАД на выбор из трех и любой чай. А кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Ну и на этом все, мои хорошие. Если остались вопросы, задавайте. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.